Здорово всем, ребят, с вами Хилхёртс, и это игра Экзанима. Знаете, это очень забавная штука, я не знаю, какую версию я нашел, но какая нашлась. В общем, если вы захотите, если вам понравится, я уверен, вы найдете или в Стиме, или нормальную версию. Короче, смотрим, новая игра. Я сейчас попробовал, это такой рофл, господи, это просто дичь. Смотрите, можно за кого угодно играть. Давайте я покажу легкий режим, потом сложный. Сначала давайте возьмем уверенного рыцаря. А давайте вот сделаем его таким, сделаем его пониже, потому что коренастый, нет, давайте повыше, вот таким где-то. А толстячок, чтобы он был мощным и сильным, я думаю. Голос не важно. Какая-то вот спасел хэр, борода есть, всякие, короче, пресеты, это не важно. Стрейт, прямые. Не, у нас будут завитые имя. Ну, давайте такое. Next. Вот что здесь, короче, опыт какой-то, close combat, ближний бой. Какие-то варианты ударов, я так понял, у него есть, да? Репост я не хочу, я хочу... Можно, например, такое? Понятия имею, что это значит. Армор тоже вот что-то. Ладно, будем разбираться. Инстинкты, видно, это мы еще не открыли. Короче, креатим мужика. Надеюсь, факел дадут. Ну так вот, и что, и где игра? Во, смотрите. Очень уверенный мужчина, управление просто супер аутистичное, то есть как удары бьют на тап, и вот такими махательными движениями мы можем побеждать, но опять же не факт. FPS, как вы видите, не очень. Ходить правой кнопкой мыши, короче, ладно, сейчас разберемся. Смотрите, в чем фишка. Здесь мы можем взаимодействовать почти со всем окружением. На Shift спринтить. И наша цель, вот можем нашли что-то, можем это взять, вот что это такое. Опа, на какую-то кнопку можно смотреть статы, но я что-то не разобрался. Давайте глянем. Settings, Controls, VSD, Shift, C, Mouse 3, Space, Tab, Alt, альтернативная атака, R-ка это свипать оружие, Control, Interact, ага. Tools. Короче, ничего не понятно. Давайте альтернативный режим зачекаем. Так, ну-ка, секунду. То есть удар, а через Alt... А, через Alt тычки, это очень круто, кстати. Бам, не. Так, а Ctrl что дает? Ctrl защита, да? Нет? Ладно, я до конца не понял, что как. Разберемся, фиг с ним. Подходим к двери, тянем, чтобы она открылась, представляете? Так. Здесь у нас подземелье. Я так понимаю, мы за узника играем, которому необходимо спастись. Куда идти, вообще непонятно. И самая основная проблема в том, что здесь встречаются такие же ребята, как и мы. Так. Это у нас дверь, надо повернуть камеру. Открывается на нас. Так. А в разных камерах может лежать совершенно разное оружие. Так что элемент эксплоринга здесь тоже очень и очень даже важен. Господи, как тяжело к управлению привыкнуть. Вы бы только знали. Он реально ходит как аутяга. Ну и первое сражение, поехали. Эй, факел застрял. Мужик, давай. Бам, иди сюда. Раз на раз. Эч. Господи, как же сложно. Как же сложно. Я просто буду месить. У меня броня, я могу впитывать как кто угодно. Ну, просто. Ну, по горбу. Блин, как сложно. Иди сюда. Эй, камера, повертись. Сейчас бы не отъехать от первого встречного. Можно, смотрите, профессионально пригнуться. Топа. Опа. От удара. Значит, по-моему, не очень. Я, по-моему, сейчас отъеду. Ой-ой-ой, просто минус ребра у мальчика. Господи, чё мать-то скажет? Ой-ой-ой, так, стоп, надо собраться и разобраться. Бам! Миниск ему подрубай, давай, молодой, давай. У тебя... О, господи, как он стоит после... Господи, просто два удара похоронил. Можем забрать его топор. Я думаю, топор прикольно и... Ну да, с топором будем бегать. Продолжаем наше путешествие. Здесь главное не умереть об мебель. Потому что это легко... Вот об этом я и говорю. Самая проблема, когда это в бою происходит. Вот, сейчас-то ладно. Ну как, ломать мясо упал, фиг с ним. Так, здесь у нас три двери. Господи, ну давайте сюда. Ого. Ах ты, бабища какая вредная. Иди сюда. Я только что твоего друга, знаешь, что с ним сделал? Просто минус почка. Эй. Ой, какой... Сейчас, так, там второй идет. Так. У топора надо попадать, разумеется, острием. Давайте пробуем колющий удар. Нет, колющий у топора, мне кажется, не самое эффективное его применение. Сейчас мы тетку похороним. Так, стоп. Разобрались? Собрались? Да, в голову. Господи, просто рублю. Просто раскольников лучшие годы. Проверяйте. Да, я в детстве ходил на уроки литературы.
Эй, давай. Руби. Так, тактическое отступление. Аутяга, развернись. Не попал. Так, надо идеально вот так, хорошо. А это такой, ну, ребят, я просто посмотрю. А, сейчас меня зарежет, походу. Господи. Ну, просто и макушку вскрыл, посмотрите. Мне кажется, я скальп снял. О! Просто броня держит. Давай, давай, убирай ей руку. Есть, минус одна. Так, мужик, ты чё? Ты видел, что с твоей подругой сделал? Ты тоже такое хочешь участи? Вообще, надо двуручный топор, это такая имба. Ну давай, родной, ну давай. Эй, ну, мениск ему подрезай, давай, мальчик. Собрались, так, тактическое отступление. Крутим, крутим его, танцуем, танцуем. В бок, я не могу в бок отойти. Так, сейчас мы его завертим, проверяйте. И знаменитая атака не получилась. Так, еще разочек. С разбега, как в Dark Souls. Не получается, не выходит. Не выходит, ребята. Даже музыкальное оформление завезли. Слушайте, я еще жив, офигеть. Опа, немножечко кровь пустили, первая кровь есть. First Blood, все дела. Эть, в стенку его, давай, давай. Что такое, застал, да? Сыкун позорный, иди сюда. Так будет с каждым. Ух, нифига себе, это бэкфист с топором. Все, похоронили мужика. Он был с дубинкой, но тем не менее мы справились. Так, надо из комбата выйти. Так, я не знаю, почему он так криво ходит. Вроде нормально. Так, поехали. Можно мне нормального противника, а не вот этих вот полуросликов? Так, уже у нас проблема с тем, чтобы ходить. Здесь, по-моему, я был. Здесь на меня в тот раз напали двое, да? Давайте проверим. Камеры отдались? Нет, никого нет. Странно. Мне бы топор найти или какой-нибудь молот. Ужасно имбалансный. Я бы очень хотел, честно. Ну, вот здесь, согласитесь, кузница очень может быть что-то полезное. Надеюсь, мы найдем. Так, здесь, кстати, завезли систему чекпоинтов. Потому что раньше надо было все сначала проходить. И здесь есть одна огромная пипяка. По крайней мере, раньше точно была. Подземелье прям такая здоровая-здоровая. Так, стоп, это что такое? Это у нас какая-то каталка непонятная. Так, пока что непонятно, куда идти. Но я думаю, мы сможем разобраться. Ну, FPS просаживаются серьезно, как вы можете заметить. Так, я вижу книжку. Что-что-что? Бук. А каталог, который описывает планы в подробностях. Трудно вообразить, почему кто-то... А, я дальше не умею читать. Как-то можно с этим взаимодействовать? Видимо, нет. Возможно, да, и я не шарю. Если вы шарите, ребят, то отпишитесь, пожалуйста. Так, вот тут вот вилы, можно их взять себе? Верно, нет. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Такой топор окровавленный максимально. Так, ну это, я так понимаю, кухонька. На кухоньке ничего прям такого суперинтересного нет. А я уже заблудился. Камера, вертись. Эта решетка не открывается. Она может в бок двигаться? Не могу. Давайте сюда. Что-то дверь сломалась? Ага, вот сюда. Так, что тут есть у нас? Слушайте, саунд прикольный. Смотрите, ключ. Key symbol, короче, простой железный ключ. Так, не могу взять. Взял. Можно мужика зарубить? По-моему, он мертвый. Ладно, мужик, отдыхай. Что такое? Bottle content. Короче, содержимое бутылки давным-давно испарилось. По-моему, щит. Ну, вы знаете, факел от факела отказываться нельзя. При всем моем уважении к щиту. Не сегодня факел, не сегодня. Точнее, щит. Ну вот, понимаете, зашли в комнату. Так сказать, обэксплорили ее. Ясно. Нашли какое-то обмундирование и продвигаемся дальше. То есть идем сюда. Возможно, как-то можно вот так проделать. То есть, опа. Ничего не произошло, да? Стоп. Стоп, иди сюда, ключ. Вот как бы... Нет, видно, неактивно. Да, ладно, возьмем его с собой тогда. И двинемся дальше. А, слушайте, ХП регенится. Раньше такого не было, по-моему. Опа, у нас достойный противник. Иди сюда, а черт. Бэм. Ну, парни с дубинками, они такие себе. Ох ты, глянь, как он доспехи мои пробивает. Черт, ты что себе позволяешь? Иди сюда.
Ну-ка, я тебе знаешь, что сейчас покажу. Что-то вообще его уработали прямо за 3 секунды. Ну, знаете, мастерство не пропьешь. И замечательные латы. Так что да. Так что, как говорится... Ее кто-то подпирает, кроме шуток. Не могу открыть. Ладно. Первый раз такое у меня. Обычно все открывалось. Так. Опа, опа, смотрите, там какой-то... А, я так понимаю, это аутисты подпирают, я не могу выйти, да? Это кто? Так, у тебя что? У тебя... Блин, я не могу пройти. Это кузнец местный. Проверяем. Вот, достойный поединок против двоих сразу. Давай. Бам! Чуть не похоронил его, по-моему. Просто вблизи у него нет шанса, потому что я его весом, массой давлю, понимаете? Это моя фишка. Годами обучался этому... Опа, давай, бей своего. У него деревянный топор. Вы только посмотрите на этого умельца. Просто кабинет этих сделай сам. Очумелые ручки. По-моему, у них нет шансов против меня и против моих доспехов. Давайте я профессионально пригнусь от удара. Давай, замахивайся. Опа. Простите. Просто по горбу приголубил. Господи, какая интересная игра. И я не могу. Куда выбежал, родной? Когда они убегают, у них очень мало хп остается, я так понимаю. Он за... Вот это он меня... Вы видели это? Не-не, серьезно, что ли? Это что за Mind Games? Иди сюда. У тебя нет шансов, родной. Ну давай уже, добей его. Все. Тупо похоронили. Так, а можно мне этот дрын безумный? Все, я теперь тупо ключник. Но опять же, без факела того не стоит. Так, стоп, факел пригодится. Тогда берем назад топор. Берем назад факел. Крутим камерой, отходим назад. Что-то не открывается. Так, а можно сюда ключ, допустим? Нет, невозможно. А если я с собой опять протолкну, можно? Вот как я в тот раз сделал. Нифига, ладно, понял, плюс принял. Давайте уже на ком-нибудь отъедем и посмотрим, как здесь происходит смерть. Да, не надо. Так, вернуть. А, я сам могу решать, в какую сторону вертеть камеру, офигеть. Скрывается туда. О, смотрите, здесь у нас что? Здесь у нас... А, возможно, я тут был. У меня такое чувство, что да, скорее всего. Ладно, разберемся. Тут я был. И тут я, может быть, был. Заблудился, ребята, заблудился. Надо, знаете, как в Dark Souls и какие-нибудь камешки, чтобы смотреть, где я был, где я не был. Ладно, будет проще, если мы сделаем новую игру. Давайте. А, можно вообще назад еще? Back. До выбора персонажа класса. New game. Вот, смотрите, это кто? Проктор не хочу, вилладжер. Давайте неизвестный, просто за бомжа будем играть. Ну, давайте будем за высокого и за худого. Посмотрим, как он себя проявит. Так, бэк. Он будет без волос у нас, он будет такой, next. Он непонятно, что имеет, мы можем его немножко приодеть, чтобы он не таким сексуальным был. Потому что YouTube против того, чтобы, ну, я сексуальных мальчиков вам показывал. Так, у него вообще ничего нет, create. Вот это стиль, ребята, надеюсь, факел хотя бы дадут. Так. Ну так и шо, если вам понравится, я продолжу. Ну, надеюсь, не понравится, потому что хотел, типа, первый взгляд сделать, и все. Ну, типа, очень упоротое управление. Так, вставай. Ержан, пора на работу, мальчик мой. Это что такое? Я думаю, не так важно. Так, подойди к факелу. Господи, просто слендермен. Иди сюда, так. Наша задача найти хотя бы какое-то оружие, и теперь, как вы можете понимать, у нас вообще нету шансов кому-то что-то противопоставить. Потому что брони у нас нет, пропускать вообще ничего не рекомендуется. И вот теперь-то, знаете, появляется перчинка. То есть любое оружие, которое будет падать с врагов, оно будет, ну скажем так, на вес золота. Давайте своего первого противника попробуем найти. Давайте здесь направо пойдем. Ой, что-то громко, стрёмно, страшно. Так, открывайся. Ага. Это что такое? Это какой-то шест. Ну, шесты я не хочу. Выходи, мальчик мой, и пойдем дальше. Ну, не застревай, пожалуйста, прям так, откровенно. Так, на себя, на себя. Так, там мужик, хорошо. Это будет легендарная битва, выходи. Петуч, давай, раз на раз. Не против, мы здесь побьемся с тобой? Я застрял. Хьюстон, проблемы. Так, у него топор. Если я его победю, я буду просто чемпионом этого раунда. Давай.
Бам! Господи, видали, какой урон проходит? Просто космический. Так, давай. Валерка, Валерка, уходи. Валера, давай, бахни. На! По почкам. Давай, давай, иди сюда. Ну-ка, давай, махни по голове. Бам, не попал. Давай. Бам! Господи, вот это отличный шот. Просто на века. Бам. Бам, просто левой рукой держу, правой порку провожу. На, иди сюда, бам. У него минус лицо, ребят. У него нет шансов. Так же, как у меня. Так, 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 стоп, 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 стоп. Добить, добить, добить пса. Давай. Он убегает, все. Все, он признал наше превосходство и пытается сбежать. Но кто мы такие, чтобы позволить ему сделать это? Догнать, догнать его и добить по горбу. Прям как в переулке. Так, старый добрый, давай, родной. Ну куда сбежал? Господи, он еще отбиваться пытается. Посмотрите, что себе позволяет. Он же уже убегает. Чего он дерется-то? Я понять не могу. Господи, сколько экшена. Я сейчас кровоглота победил в Bloodborne. У меня ладошки не так потели, как здесь. Бам! Говнюк убежал. Давай, эй! Смотрите, он байтит меня. Так, нет, 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 нет. Я хотел его закрыть, но не тут-то было. Давай. Чувак, у меня тоже мало хп. И ты ваншотный, и я ваншотный. На! Почему он еще стоит? Все, просто похоронил его. Нет, он встает, господи, да остановите его. Все, вот так происходит смерть. Серьезно? Экзит? Просто когда я играл за большого мужика, мне давали выжить, скажем так. Давайте городского парня попробуем. Давайте вообще карлика и, не знаю, мощного карлика, вот такого накачанного просто качка. И женщину еще. Так, цвет кожи не хочу трогать, ну его нафиг. Вот такая красотка у нас будет next. Please name your character. Ну, давай, ты будешь пятая. Next. Paint, repost, давай такая атака. А, это, я так понимаю, одна атака, да? И find a bounty attack to quick parry. After parry, не, parry не хочу, давайте вот такую. Окей, okay, create. Еще разочек, если нет, то все. Так сказать, не повезло, не фартануло. Ага, ну, что-то как-то с женщинами, по-моему, жестко в этой игре обращаются, вам так не кажется? Взяли, скинули, непонятно откуда. Ладно, ладно, так. Ишка, поехали. Нам нужен дрын. А можно вот эту взять вообще, прям палку? Можно? Лол, она двуручная, не хочу. Так, а можно хотя бы какое-нибудь оружие-то найти? В тот раз хотя бы палку положили. Палку-копалку. Видимо, сегодня у нас ничего. Обидно. Мадмуазель, я, конечно, все понимаю, но что-то вам сегодня не везет. Так сказать, не ваш день. Так, туда я ходил, мне там не понравилось, пойдемте налево теперь. По-моему, подземелье одинаковое. Закрыто? Не могу открыть. Ладно. Так. А, то есть все закрыто, я понял. Единственный вариант — пойти сюда. Я могу факелом махать? Да, я факелом могу. Тогда будем факелом драться. Где-то здесь у нас мужик был. По-моему, вот, вот как бы не здесь. Ну-ка. Мужик, ты тут? Не, здесь, по-моему, склад. Да, здесь склад. На складе, на складу ничего нет. Пойдемте искать мужика. Не пойму, какое-то шипение на фоне, что ли, в игре. Вот здесь он должен быть. Да. Ну хорошо, мужик, давай. Я учел опыт прошлых ошибок. Давай с тобой сейчас нормально зарубимся. Почему он не пригорает? У него плоть и кровь. Давай, бей, родная. Кали, кали. Опа. Задышку в почку. Иди сюда. В идее, когда мне не нравится, я могу просто это, ну, убежать от боя. Я понятия не имею, правильно ли я с ним борюсь, но вроде нормально. У нас просто танец. Ой, хороший прям удар я получил. По-моему, особого эффекта нету от моих ударов, так что тактическое отступление. Мужик, иди там, посиди. Ага, подумай над своим поведением. Ай. Так, мы немножко хромаем. Не успел закрыть? Хоть и пытался. Так, бежим, бежим, главное не споткнуться. Як. Ну, знаете, я в догонялки в детстве много поиграл. Шансов у него немало. Так, упс, застряли. Так, иди сюда. Ой, он друга позвал. Оу, щит. Ладно. Мне здесь немножко не рады, по-моему. Упс. Дудка какая-то есть? Хорошо, дудка. Во, ну, сынок, давай, иди сюда. И чит, не могу достать топор. Не топор, а молоток. Ясно, похоронили. В общем, такая вот интересная игра, ребят. Ну, по-моему, я выжил.
Мне реально она заходит. Ну вот, насколько это смотрибельно, я вот, честно сказать, не знаю. Окей, тогда мы еще не заканчиваем. Не заканчиваем. А, я здесь видел замечательный топор, которым... Не топор, а молоток, которым я не побоюсь воспользоваться. Вот, я просто не мог подойти и взять его. Не могу взять? Стоп, странно. Ладно. Надо какую-нибудь более эффективную пушку тогда найти. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но там, по-моему, мне не очень рады. А что у нас за оружие? Ну давай, мужик. Что ты, думаешь, ты самый смелый? Я таких, как ты, просто по двое на день убиваю, мужик, давай. Вам, иди сюда. Ну все, похоронили. Да вот, опять же, такая довольно интересненькая игрушка. Давайте еще разок вот этого глянем, сейчас 5 сек. Ну, чтобы же всех, то есть, Проктор, не знаю, кто это такой. Может, какой-нибудь сквайр? Ух ты, гляньте, какой. Просто гору сделаем вот так. Next. Плиз, давай ты будешь 7-й. Next. Вот, смотрите, у него есть несколько атак, то есть такая. Финт. Chase a финт. Attack to quick. Ага. И можно еще что-нибудь поставить. Фент, это фент у него или нет? Давайте еще это поставим, не знаю, что это значит. То есть у него реально и оружие, и все есть. Господи, это самый лучший персонаж в игре, наверное. По идее, если найти нормальную пушку, то можно просто всех выносить. Ну, это просто великан, я думаю, за него не так интересно играть будет. Потому что он просто будет выбивать все дерьмо из всех, сами понимаете. Если мы бежим сюда, здесь у нас... Ага. Если, я так понимаю, чем персонаж выше, тем он менее поворотливый. Так. На себя. Мужик, ты видишь этот меч? Давай. Вам, вам. Иди сюда. Просто не подходи, мужик, не подходи. Я тебя зарежу. Господи, а чё? Куда он мне попал, что так больно? Просто разрезаем его. Бесконтактный бой. Опа. Господи, он очень толстый. На, просто зарезали. Не будем на него много внимания обращать. Пойдемте сразу тем двоим по лицу надаем. Так, где-то здесь они были, да? Вот тут, по-моему, мужик был. Один точно. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Вроде нет, никого нет. Все, потерялись. Они засосали. Секунишки. Тут кто-нибудь есть? Не открывается. Открылось. Там никого. В идее, потом тут жесткие двуручники будут. Кого чего тут только не будет, в общем-то. Опа, нормально. Давай, ты готов? Давай, опа. Байтим и атака тычок. Слушайте, а тычок, по-моему, имба. Давай, тыкай, мужик. Ну тыкай, ну господи, ну тыкни ты его. Что-то это не мое, по-моему. Ладно, по старым добрым чертежам. Похоронили, в общем, да. Прикольная игра. Что-нибудь пишите по этому поводу. Там забавные бои, незабавные бои. Можете лайкать, подписываться, если хотите. Всем всего хорошего, удачи. С вами был Хилхерс. Но вы, разумеется, самые, ребята, лучшие. Даже встать не дал.